Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон, и мы продолжаем проходить The Dark Pictures Anthology House of Ashes, наша новая третья глава. Итак, дорогие друзья, в предыдущей серии очень неоднозначное, конечно, я решение принял переигрывать момент, но с другой стороны, по сути, я ничего особо-то не поменял. Ну, хотя нет, на самом деле, если бы я, наверное, не переигрывал, то мужичок-то и этот скопытился. Да-да-да. Женишок-то ее. Не женишок, а муженек ее. Да. Он не скопытился у меня. Я не буду это тоже, типа, переигрывать. Но увидел такое мнение. В принципе, я с ним достаточно согласен, что... смотрит-то вот прохождение не ради того, чтобы я прошел так, как мне хочется, или там... Ну, с другой стороны, это немного так странно, да, играю, получается, не для себя. Но все равно канал-то я веду не только для себя. А смотрит для того, чтобы увидеть, как я вот пройду, и как у меня получится вот это вот все с первого раза, типа, вслепую. И я, в принципе, с этим согласен. Да, я бы тоже заходил к другому, допустим, ютуберу и хотел бы видеть не то, как вот он там выходит всеми способами и средствами на хорошую концовку, а все-таки как у него получится пройти данный момент и что он примет, вот какое решение он примет в каком-то стрессовом моменте. Интересно было бы это посмотреть, а не какое-то вот вылизанное прохождение, выглаженное. Поэтому больше я перепроходить не буду. Значит, как пойдет, так пойдет. Если, конечно, будет какой-то момент, где я захочу сделать вот по-другому, а у меня, допустим, кнопка не прожмется, или я, не знаю, что-то вот, ну, чисто физически не смогу сделать, вот этот момент я бы переиграл. Но если я, допустим, приму какую-то цепь решений, и она приведет к чему-то прям такому, что типа, блин, ну вот жалко, что так вышло, это я переигрывать уже не буду. В общем, продолжаем, дорогие друзья, нашу историю. Всем приятного просмотра, как всегда, буду рад вашим лайкам. Спасибо, что продолжаете смотреть, несмотря на то, что я запаздываю все-таки с прохождением. Салим! Ох, во имя Аллаха. Надо было сказать, нет, сам сражайся на своей войне. Отсюда должен быть другой выход. Должен быть. Ну, конечно, должен быть. Мы же в игру играем. Это Пазузу. А, стоп, это его завалило? Боже мой. Я думаю, он жив все равно. Может, не надо? Я бы на этом остановился, как бы, вот, ну вот, мне хватило бы этой лапы. Упрямство? О боже, ладно, хорошо, действительно, можно этого не делать. Вау, да ладно. Вот тебе и выход. Черт, там что-то еще было. In your face, bitch! Чувак, ну-ка, на свет, братан, давай! Давай, сожги эту тварь! Давай! Ух! Да! Черт возьми! Ну ты даешь. Смотрим, из какого ты теста. Лучше бы ты на свету оставался. Черт возьми, лучше бы... Нет. Ну я ж другое хотел нажать. Открыть огонь.
Почему? Время же до конца не дошло. Ух ты, что за ребята? Он жив. Я думал, все минус Салим. Не говорите, что троих убьют, а Салим останется жив. Понятно. Троих морпехов сейчас развалит один этот, а Салим, в общем, выжил. Ням. Фу, ну хоть Салим жив. Ёлки-палки. Я думал, ну я ему в голову целюсь, а красного не появилось. И чё это? В грудь надо было, что ли? Жесть. Фонарик е... Опа. Здрасте. Угу. Крипи. Там что-то еще было, прежде чем осматривать монстра, надо было это осмотреть. 19-е. Че все время девятка на конце? Должно быть, это дыра для солнца, но тут чего-то не хватает. Может, солнце? А, все время 29, 19, там что-то 49. С лучами в свет, и я сразу вспомнил новенький сериал. А, я забыл название. О, как... А, полночное мясо. Полуночное мясо. Офигенный сериал, очень советую. Ник. Теперь играем за Ника. Песчаные пещеры. ПП. Главное, чтобы нам всем не было ГГ. Не зевайте. Слышно его? Найдите Джоуи. Чё я все время забываю имя Джоуи? Капрал Гомес, это регбист. Как слышно, прием. Да не Джоуи это. Смог бы он без очков ходить, а? 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 Хрен это там. Это Джоуи. Не смог бы. Вы ведь были с капралом Гомесом? Что с ним произошло? Да. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. О, блин, задолбал. Как скажете, сэр. Будем надеяться, что он жив. Хватит с нас потерь. Соболезную. Насчет Рэйчел. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Альфа-бич. Так. Может быть, где-нибудь... Ёбаная дыра. Табличку найду. Опа. Так, стоп, ну здесь-то мы уже были. Смотреть в оба. Кому он это говорит? Себе? Я не знаю, мне. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать, быть начеку. Не хотелось бы вас учить, но... Но вы научите. Проверьте все. Свое оружие, боеприпасы. Смотрите в оба, беспечность вас погубит. Чувак, завязывай. Какая тут глубина? Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем дальше. Он сам буквально вот только-только-только чуть не сдох. И начинает тут какие-то сказки теперь рассказывать про беспечность. Не зевать, быть начеку. Я это уже слышал, завязывай, чувак.
Да блин, подожди, это тот же самый туннель, что ли? Скорее. Или что, или новый? Нет, это новый вроде бы. А по виду такой же. Ничего не понимаю. Я все... Да ни хрена, это тот же самый. Что за... Не поддавайтесь панике. Соберитесь. Да я реально уже паникую. А, вообще не. Это я просто заблудился в трех соснах. Всем искать, капрал. Это кровь? Да уж, вляпались мы в дерьмище. Табличка. Наконец-то. Долго ее искал. Ну, это полностью понятное видение. Видимо, не нужно стрелять будет, когда мы встретимся. В катакомбах под храмом огромные груды. Алин работала на местах жертвоприношений в пирамиде Кукулькана, но даже она не видела. Убили тысячи во имя своих богов. В погребальные ямы как будто бойня. Что за чума или бедствие требовали такой платы? Ради чего? Произошедшее здесь тысячи лет назад. Ну, типа, дом праха, это значит, что здесь вот погребены тысячи. Ну, помните, там, взяли они в плен, и он сказал в самом начале, мол, казнить их всех. 7 декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было от нее такое. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что не нашли что-то внизу. Ну, камон, ну озвучка, камон! Что же они тут нашли? Это как я вспомнил, мы смотрели сериал по Netflix'у, не помню какой. Обычно такое бывает вот в каких-то переводах неофициальных. Это более-менее, ну, Netflix, да, он заказывает у крупных студий озвучку. Прием. Вот, и там диалоги, и вдруг просто проскальзывает 4-2-5. Просто вот такое вот. Ну, то есть, понятно, что это не вырезали, просто забыли вырезать. Кто-то пропустил, но я в шоке был, конечно, что вот настолько крупная студия заказывает... Ну же! Дорогие озвучки, явно дорогие, и такой косяк пропустили, я удивлен вообще. Хуже только, если бы, знаете, в кинотеатре что-то подобное было бы. Вот. Ну, в играх уже как-то привыкаешь, да? Тут косячат, там косячат, ну... Уже знаете. Ничего особенного. Где-то рядом. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Ой-ой. Прикрой. Прикрой, тебе сказали, блин. Ой, хватит осматривать всякую хрень. Хм, аптечка? А, может, это важный Идем. Элемент. Курс изменен. Это не хрень. Это важный элемент. Ага.
тогда все хорошо. Хорошо, что заглянул. Хорошее место для засады. Не торопитесь. Джоуи, это ты? Блин, ребят, пристрелите его просто, серьезно. Да. Что-то здесь не так. Стой, боже мой! Так и норовит сдохнуть. Это этот, что ли? Чертила бухой. Попал! Твою ж мать! Граната! Сука! Сука, ура! Ястреб 3 рагбисту. Что? Сэр, вы там, прием! О, нет! Сука, ура, чего? Блин, свети вперед, задолбал. И так в напряге весь. Я его ранил, это хорошо. Ой, что-то будет. В той стороне сидит демон. Это солнечный свет. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Я видел, как один демон разорвал на части целый отряд солдат. Нужно обойти вокруг. Я готов. Давай. Работает спецназ. Если он не один. Thank you.
Там пистолет. Черт, 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 черт! Фу. Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде! Согласен. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Ты не веришь в демонов? Спросил бы ты меня вчера, я бы тебе в лицо рассмеялся. А сейчас? В шумерских мифах души мертвых отправлялись глубоко под землю в дом праха. Питались там глиной, и их мучили демоны подземного мира. Даже представить такое не могу. Как ты, я в такое не верил. Но глянь вокруг. Глянь, где мы и что мы увидели. Мы в ловушке в шумерском храме. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Геральт, блин, что ли? Как ты это сделал? Прилепил, блин, на спину. Спасибо, брат. Слышу вас, полковник. Тише, вижу ваш фонарь, идите вперед. Я рядом, прием. О, он сейчас бычить начнет, да? Твоим друзьям лучше не дурить. Спрячься, ну? Ну? Сержант Кей, вы как? Позади меня, там, ракет! Вот, блин, жесть была бы. Я в норме. Это была хреновая идея. Вернемся в храм, укрепим его и поищем выход. По-моему, это лучший план за день. Фу, да, было напряжно. Отличный вообще момент, особенно со стелсом. Вдвоем было бы, наверное, очень круто. Типа и один крадется, и второй крадется. У обоих квиктайм-ивенты. О, ультрафиолетовый фонарь. Пригубил чарочку. Соберись. Давай, соберись, тряпка. Че там? Камеры? Ща рванет. Блин. А надо было звать их сюда? Последний. Это затормозит. А, он завалил. Успеем Ясно. Их на камерах засечь. Ну, завалить проход, да. Дело неплохое. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в жопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться,
Я рад, что рядом будешь ты. Ну да, чё нет? Я тебя всегда прикрою, друг. Так и знай. Нихера себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Go fuck yourself, man. Да не эти люди войну начали. Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Блядь, Джейсон! Это из-за той девки на КП? Черт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у нее бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Гибель девчонки тебя сильно задела. Да, именно так оно и есть. Странно, что тебя не задело. А тебя разве нет? Регбист главному ястребу. Как у вас? Прием. Это главный 2-1. На камерах чисто, дыры заделали. Прием. Прекрасно. Теперь осмотрите восточный коридор. Прием. Вас понял. Конец связи. Как тут глубоко. Регбист, это главный ястреб 2-1. Мы у восточного прохода. Прием. Вижу вас. Молчай. Целус обнаружил под храмом более крупное сооружение. А что это было? Будьте начеку. Там что-то огромное. Опять чёрт, какие-то косяки. Этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда и пробиться. Устройте надежное укрытие в храме. Ну, давай устроим надежное укрытие в храме. Посмотрим. Ближе к аду я еще не был. Плевать на чьи-то кости. Плохая идея. Ой, плохая. Привет, Инди. А? Нихуя, это за что ей так? Бля, кол прям в сердце загнали. Кол в сердце. Ага. Ага. О, господи. Крепотно. Жесть. Опа. Ты его заберешь? Полагаю, это были не твари. Но кто? Не знаю. Баффи? Кто? Кто-кто? Может, заберем его? Ван Хельсинг в пальто, блин. Да, конечно, заберем. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? Конечно. Ты чё?
Сейчас кого-нибудь заколем еще по пути. Что тут у нас? Воняло смертью, а вокруг валялись привлекать мух. Кроу считает, что сюда после ограбления. Мне жаль этих несчастных скитальцев. Какой страх они, должно быть, испытывали, это не то, что он хотел нам показать. Неземной... Когда Мэри спросила, что это, Брэдшоу дала знак Кроу, и тот достал динамит. Она сказала, что намерена это выяснить. Проделав дыру в скале, мы обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права, и Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? Действительно. Вот он говорил, там глубоко. Что-то странное. Да, реально. Да. Так, а табличка-то есть какая-нибудь? О, вот она, вот она, вот она. Вон там еще мужик какой-то. Что там было? Так, взрыв... Взрыв ее убивает. Она идет... Где она идет? Она идет где-то возле стены. Там еще осветительный прибор. Ага. Вот где-то там стена. Справа колонны, слева стена. Она идет... Короче, где-то там. Слушайте, ничего себе тут осталось-то. Раз, два, три, четыре всего. Я что, большую часть прошел? Так, хочу сказать, только половину. Дресс. Обескровленный труп со странными следами уколов наш... Уколов? Может, это не укол, и может быть, это жубки? А? Его как будто высушили. Выпили. Наверное, исследователь. Да исследовался. Говно. Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. Красота. Ты глянь на резьбу. Вот. Вот. А ты... Говно. Это говно. Я продать не могу. Стрелять из этого не могу. Оно еще и не взрывается. Говно. Цилиндрическая печать, изображающая древний город. О, нифига себе. Это, наверное, можно было обмакнуть чернила, может быть, прокатить, и там рисунок бы оставался, наверное. Сейчас даже на драгоценности короны насрать. Вот от белого фосфора ты мне отказался. Блин, я бы хотел взять белый фосфор вначале и просто прийти. Бэм, бэм, бэм. Всех разнести. Так, это продолжение дальше. Давайте посмотрим, что тут есть. А это случаем не то место? Вот осветительный прибор смотрит в сторону колонн. Давай еще раз посмотрим видение.
А это то место, слушай. Взрывы прямо здесь. Ага. Интересно. Но здесь же нет динамита. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Столбы вот заряд. Оно. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Лучше спрятано? Нет, давайте, наверное... Лучше охватим побольше. Ставь по центру коридора. Давай. Каждый заряд на счету. Чтобы ей легче было заметить. Кстати, это спойлер, что она жива. Прям жесткий сейчас спойлер был в этой в табличке. Блин, игра, камон. Ты должна держать это в тайне. Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Хм. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь... Может, нам так и надо? А я мутил с Рэйчел. Ты чё, шутишь? 3 недели. Готово. Вот, теперь она должна, по идее, заметить растяжки. Рэпист, это главный ястреб 2-1. Тут лабиринт. Целус эту сигнатуру обнаружил? Прием. Никак нет, лейтенант. Тут куда глубже, чем я думал. Отступайте, конец связи. Вон он огромный какой. Закрепи тут камеру и пойдем назад. Опа, а это кто? Это Джоуи. Блин, чувак, а чё ты тут один? Не хочу. Давай сюда. Почему он один-то? Чё, мы его тупо кинули, что ли? Ха-ха-ха! Вот и она, дорогие друзья. Ну что ж, я думаю, на таком обалденном моменте мы закончим. И продолжим уже в следующей серии. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.